Всем привет! Рад видеть вас на своем канале. Сегодня у меня очень простой дизайн с одуванчиком, но он безумно нежный и воздушный. На ноготки наношу нюдовый оттенок. Наношу второй слой. На палитру ставлю капли черного гель-лака. Пропитываю кисть гель-лака и рисую ножку. На кончике семечко. На другом краю бутончик. Ставлю капельку и вытягиваю лучики. Лучики нужно делать разной длины. Перекрываю базой. Теперь понадобится любой самый мелкий декор. У меня есть такой наборчик. Здесь голографические шестигранники, квадратики поменьше. Пересыпаю аккуратно в крышечку. Остается на дне пыль. Именно она мне и нужна. Выкладываю эту пыль на непросушенную базу. Если попадется несколько фигурок крупнее, ничего страшного. Перекрываю топом. У меня от Фьора без липкого слоя. Еще один очень красивый нюд от Фьора. Наношу второй слой. Рисую основу. Наношу базу. Еще у меня есть вот такой белый глиттер. Брала его на AliExpress, ссылку оставлю в описании. Здесь также понадобится самый мелкий глиттер. Выкладываю купол одуванчика на непросушенную базу. Перекрываю топом. Уверена, клиенты, которые любят простые неброские дизайны, оценят этот вариант. А мастера оценят за быстроту и простоту выполнения. Ссылку на интернет-магазин Фьора оставлю в описании под видео. Отличные лаки, бутылочки объемом 12 мл по очень хорошей цене. А при заказе свыше 2,5 тысяч рублей доставка бесплатная. По-моему, с белым глиттером одуванчик очень похож на настоящий. А вам какой больше понравился? Если вам понравилось это видео, ставьте ему лайк. А если понравился дизайн, оставляйте мне цветочек в комментарии, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые интересные видео. Всего доброго, хорошего дня!